До свидания, Анна Евгеньевна. Витя, что ты сказал? Я сказал, до свидания, Анна Евгеньевна. Откуда ты знаешь мое настоящее имя? Просто я недавно был у папы на работе. У Геннадия Сергеевича, начальника Воронежского ФСБ. Да, и там, среди документов, я случайно нашел вашу фотографию. Прочитал, что вы Анна Евгеньевна Снатко, что вы были в Харькове и ухаживали за одной старушкой. Потом обманули ее. Так, все, помолчи. Переписали квартиру на себя и разыскиваетесь. Я сказала, замолчи. Скажи, а твой папа тоже видел этот файл с моей фотографией? Нет, у него так много документов, что он этого не видел. Витя, а ты можешь завтра сходить поиграть к папе и удалить этот файл с моей фотографией? У меня не получится. Это почему? Потому что папа запретил мне сидеть за компьютером, так как у меня плохие оценки. Ты очень умный мальчик. С сегодняшнего дня у тебя будут только одни пятерки.